сотрудничаем с немецкими фермерами. А? У нас дешевле. Да. Как хранится? Хранится в закрытых складах. В области подготовки воды на заводских комплексах. Очень да, вода еще пришла. Ерова, Юрий Васильевич. Я понял. Но мне должны были представить расчеты сопоставимые с себестоимостью. АПК Татарстана в конце концов из вот этих кризисных явлений всех прошедших 5 лет смог в этом 15-м году сделать серьезный перелом и год сделать более удачным. Мы открыто заявляем, что тот потенциал, который имеет Татарстан, свои 3,5 миллиона гектарами пашни, конечно, пока не дорабатывает. Не дорабатывает. Разные причины. Объективно, субъективно, климатические, рыночные. Но несмотря на это, мы говорим, что мы должны производить именно 2 раза больше минимум продукции, что мы делаем за эти прошедшие года. Прошлый год мы закончили 190 миллиардами рублей валовой продукции сельского хозяйства. Это не тот результат, которым должен гордиться Татарстан. Именно у нас продукция должна быть именно под 400 миллиардов, а может быть даже 500 миллиардов рублей валовой продукции. И экономика должна быть другая, и денежная выручка, и производительность труда у нас должна быть минимум 2,5-3 миллиона рублей выработки на одного работающего. Технология, техника, наука сегодня уже позволяет достигать такие показатели. Даже есть у нас такие результаты уникальные. Отдельный пример наших хозяйств субъектов, которые уже в обычных даже простых условиях они добиваются таких результатов. Вот старые семена, они болят больше 50 тысяч. Вот мы надо и примеры. Тогда примеряйте, это когда заражают больше, обязательно таким препаратом. Логистик, Челны Фуд и кондитерская фабрика Португалия. Вот вся продукция здесь выставлена на основных департаментах 1-2. Работает 2000 человек, торговые сети 2500 человек и на других структурах более 500 человек.